Угу. Ну, парни, давайте быстрее. Да уже все. Где мы можем провести интервью? Так, давайте в этом кабинете. Женя, Артем, идите, готовьтесь. Угу. Да. Паш. А. Тут телевидение, съемочная группа приехала. Говорят, ты в курсе? В курсе чего? В курсе интервью? Какое интервью? Эфир через 10 минут. Давайте, надевайте пиджак. Подождите, у меня нет никакого пиджака. Где Вера? Я не знаю. Прекрасно. Веры нет, пиджака у меня тоже нет. Какие-то люди с телевидения. И только я ничего не понимаю. Слава богу, вы очнулись. Вы как? Голова кружится. А вы кто? Дмитрий. Дмитрий Крылов, я в соседнем доме живу. Как вы здесь оказались? Дверь была открыта, я вас увидел с балкона. Вы что, наблюдали за мной? Нет, я на балконе чай пил, а вашу гостиную видно. Я увидел, как вы упали. Подумал, вам плохо. Решил помочь. Хотел скорую вызвать, но вот вы очнулись. Спасибо вам, Дмитрий. Как вы себя чувствуете? Кажется, я упала в обморок. Последнее, что я помню, я хотела переставить цветок поближе к свету. Я вчера еще подумала, давайте я все-таки скорую вызову. Не надо, не надо. Передайте мою сумку, пожалуйста. Она вон там, под пиджаком. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Огонь. Отлично. Возьми левую мишень. Хороший результат. Молодец. Спасибо. Угу. До свидания. Всего доброго. Главное, приклад убирайте в плечо, потому что будет отдача. Угу. Прицеливайтесь. Церемонитесь. У нас эфир через минуту. Давайте, надевайте пиджак и выключите телефон. Ладно, давай свой пиджак. Какую-нибудь бы посудину для дерева, а то жалко, засохнет. А, посмотрите на кухне в шкафу. А в каком шкафу? В центральном. Там наверху еще статуэтка Пегаса должна быть. Ну, я тут не вижу никакого Пегаса. Ну, наверное, Молчанский снова орехи колол. Где-то бросил ее. О, нашел. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действий. А это свадебное дерево? Аппарат вызываемого абонента нет, выключен. Это миртовое дерево. Но его часто дарят на свадьбу. Считается, что оно оберегает любовь. Ну вот пока так.
По крайней мере, не засохнет. А потом можно будет пересадить в нормальный горшок. Спасибо. Сегодня ваша компания уверенно выходит на лидирующие позиции. Скажите, а с чего вы начинали? С программы, которую мы с моим приятелем по институту, Василием Сосновским, создали еще будучи студентами. Программа оказалась очень востребованной. И вы до сих пор работаете вместе? Нет, Сосновский давно уже вышел из бизнеса. Угу. У нас вопрос от зрителей. Павел, скажите, а правда говорят, что автором того самого первого проекта был совершенно другой человек? А вы со своим партнером просто присвоили себе его работу? Хочу разочаровать зрителей, это не так. И потом, знаете, если было что и у кого, может быть, мы и позаимствовали бы. Но наш продукт оказался первым и до сих пор остается лучшим. Глаш? Глаш? Глаша! 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 Черт! Глаша, малышка. Алло, алло, скорая? Моя дочь без сознания. Так, подождите, пожалуйста, здесь. Мы сделаем все возможное. Быстрее. Аппарат вызываемого абонента. Алло, Вера, я не могу дозвониться до Паши. Вера, у нас беда. Глаша в реанимации. Да-да, Света, я понимаю. Сейчас я разыщу Молчанского. Я сделаю все, что необходимо. Мне нужно ехать, случилось несчастье. Вам нельзя за руль, вы едва на ногах стоите. Я в порядке. Подождите, сейчас я подгоню машину и отвезу вас, куда потребуется. Буквально одну минуту. Дмитрий, спасибо вам большое, что подвезли. Очень приятно было с вами познакомиться, Вера. Хоть и при таких обстоятельствах. Если нужна какая-то помощь, то я могу... Нет, нет, мы дальше сами разберемся. Спасибо большое. Вера! Да? Можно я вам позвоню? А, конечно. До свидания. До свидания. Павел Петрович, большое спасибо. Было приятно познакомиться. Взаимно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера Валерьевна, ну и где ты была? Я тебя обыскался. Я же была у тебя дома. Ага. Так, ну ты хотя бы перезвонил, сказал, что задерживаешься. У меня тут полный дурдом. Прости, я не могла. Мне стало плохо. Я потеряла сознание. И ты туда же. Это все не важно. Мы обсудим потом, ладно? Нам нужно ехать в больницу. Хорошо, хорошо. Я просто не понял, что с тобой что-то серьезное. Это не со мной. А? Это с Аглаей, она в реанимации. Света, как она? Врачи не говорят, велели ждать. Так, я сейчас разберусь. Да подожди, туда не пускают. Я же тебе говорила. Я тебе говорила, что все нужно рассказать. О чем ты, Света? Я знала, что так закончится. Вот, посмотри, нашла в ее сумке. Ты должна знать правду, Молчанские тебе не родные родители. Они заставили твою настоящую мать отказаться от тебя, запугивали, угрожали запереть психушки, если она попытается тебя разыскивать. Кто-то ей рассказал. Она пришла домой, наглоталась таблеток. Господи, а кто мог такое написать? Свет, все будет хорошо. Я скоро вернусь. Вера, пойдем. Света, держитесь, пожалуйста. Все будет хорошо. А что ты ищешь? Надо найти Сосновского. Твоего партнера бывшего? Ваш кофе? А зачем? Да потому что это он с письмом устроил. Я эту тварь собственными руками придавлю.
Когда мы виделись с ним последний раз, он жил в коммуналке на Октябрьском проспекте. Октябрьский проспект, 77, квартира 44. А, он оттуда выписался. Куда же? А, сведений о новой регистрации нет. Зато есть сделка с недвижимостью. Месяц назад Сосновский приобрел дом. Интересно, на какие шиши? Сосновский знает правду об Аглаше. Ты поэтому вывел его из бизнеса? Нет, потому что он перестал работать. Он вообще был гульнуть не дурак. А после первых серьезных денег ему голову и снесло. Пьянство, женщины, наркотики. Понятно. Так что я выкупил его долю в компании. Все чинно, благородно, без скандалов. Он забрал деньги и уехал то ли в Индию, то ли на Бали. В общем, я несколько лет его не видел и не вспоминал. А сейчас вдруг вернулся? Да. Сюда. Пару месяцев назад заявился ко мне домой, пьяный в дрова. Требовал денег. Мол, компания пошла вверх. Мне причитается. И ты заплатил? Я ему ничего не должен. Он, конечно, устроил скандал. Грозился меня уничтожить. А я грозился сдать его безопасникам. Ну, и он отстал? Мне казалось, да. Но эта сволочь решила отыграться на Аглае. Пойдем. Сосновский. Сосновский. Да проснись, черт меня. Молчанский. Какие гости. Да ты проходи, че, не стесняйся. Надо поговорить. Я знал. Знал, что ты сам ко мне явишься. Рано или поздно. Прибежишь. Что? Припекло, а? А как припекло? Вася Сосновский тебе понадобился. Конечно! Ты уверен, что он в состоянии сейчас с тобой разговаривать? Ну, видишь, говорит же. Другое дело, поймет он меня или услышит. Сосновский, мне надо с тобой поговорить насчет Аглаи. А вот хрен тебе! Смотрите-ка, ему от меня надо. А мне от тебя ничего не надо. Что? Нечем тебе меня зацепить, а? У меня получше тебя друзья есть. И друзья, и женщина. Ну, глупая.
Женщина Молчанский. И деньги платят, так сказать, по счетам. Платят! Я ждал, что ты придешь. Знаешь, зачем? Чтобы выгнать себя, тогда ты меня тогда, когда я к тебе пришел. Давай, бери свою Аглаю и проваливай отсюда. Кажется, он решил, что Аглая — это я. Пошел вон! Я думаю, это бесполезно. Он тебя не слышит. Мне кажется, он понятия не имеет, кто такая Аглая. Тебе не кажется, что чем-то горелым пахнет? Я сейчас. Вера, там все в дыму. Видимо, на первом этаже пожар. Надо отсюда уходить, причем быстро. Так. Иди сюда. Давай, давай, давай. Пошли, пошли. Осторожно, ступеньки. Давай. Ты в порядке? Иди вызывай пожарных, я сейчас. Куда ты? Давай, давай, я сейчас. Здравствуйте, у нас пожар. Адрес поселок Орехово, улица Полевая, дом 11. Хорошо, ждем. Давай, бросай. Ты в порядке? Нормально. Нормально. Ну что это у тебя такое? Где? Вот это вот. С бабочками. Это ты подарил? Издеваешься, не мог я тебе такого подарить. Я покупаю от твоего имени все подарки на дни рождения, на Новый год. Это тоже было от тебя. Ну, Вера, сколько тебя знаю, не перестаешь меня удивлять. Чё так холодно? Где мое бухло? Я вискарь хочу. Будет тебе и бухло, вискарь твой будет, все будет. Вася. Что с ним? Вася. Скорую вызывай. Свет, я только узнал. Сереж. Хорошо, что ты приехал. Ну, как она? В реанимации. Представляешь, мне когда вещи ее вынесли, я подумала, что все. Я подумала. Тихо. Ну, обошлось ведь. Я не знаю. Врач сказал, что утром будет ясно, какие прогнозы. Сказал, нужно ждать. Велел домой ехать отдыхать. А как я могу уехать? А если я уеду, ей хуже станет. Мне страшно. Ничего. Ничего.
Это нормально, когда страшно. Все будет хорошо, Свет. Я сейчас могу чем-то помочь? Просто побудь рядом. Хорошо. Конечно. А руку не напрягайте. Кислород у вас практически в норме, а вот давление низковато. Результат токсикологической экспертизы где? На столе у вас. Почему не сказали об оперативном вмешательстве? Вас же спрашивали. Какое вмешательство? Операции под общим наркозом были? Нет, никогда. Так. Какие лекарственные препараты принимаете? Да никаких. Вот парацетамол пила, когда болела гриппом. Угу. Это все? Все. Да, подождите, давайте еще раз померяем. Понятно. Обмороки, головокружения последнее время были? Вот сегодня утром как раз первый раз в жизни упала в обморок. Понятно. А до отравления угарным газом? Это и было до отравления угарным газом. А почему вы меня об этом спрашиваете? У вас в крови обнаружены следы наркотического вещества, которое применяют при общем наркозе. Такую картину может давать, к примеру, изофлуран. Либо была операция, либо надышались где-то. Ну, наверное, во время пожара. Исключено. У вашего друга ничего подобного нет. Тогда зайдите завтра, пересдайте анализ. Доктор, давление высокое. 140 на 90. А вам бы лучше остаться на ночь в стационаре. Нет, я не могу. Тогда пишите отказ от госпитализации. Хорошо. Криминалисты уверены, что это не случайное возгорание, а поджог. А результаты вскрытия Сосновского когда будут? Обещали дать завтра. Пока предварительно говорят, что отравление угарным газом и остановка сердца. А что свидетели? В порядке. Вчера отказались от госпитализации, но сегодня готовы дать показания. Ярышева Вера Валерьевна? Да, и Молчанский Павел Петрович. Что-то не так с отчетом? Да нет, с отчетом все в порядке. Знаешь что, Костя, сделай нам с Верой Валерьевной крепкого чаю. Кто-то знакомый? Да, подруга жены. Та самая Вера, которая передавала пирог? Да, да, та самая Вера. Я все написал. Поставьте внизу подпись и дату. Скажите, Павел Петрович, вы с Сосновским не общались много лет. И вдруг вчера решили встретиться. Хотели возобновить прежние взаимоотношения? Нет, он просто позвонил, попросил о встрече, и я приехал вот вместе с Верой Валерьевной. Угу. То есть я правильно вас понимаю, вы не общались почти 20 лет. Вдруг он неожиданно звонит, назначает встречу и не объясняет зачем. Все верно? Да. И вы решаете ехать? Да. Несмотря на то, что ваша дочь лежит в реанимации и жена дежурит в больнице, вы можете как-то это объяснить? Я ничем не могу помочь дочери, сидя в больнице. А встреча с Сосновским как-то могла помочь вашей дочери? Не надо впутывать сюда мою дочь, она здесь ни при чем. Доктор сказал, что можно ехать домой, я поехал домой. Но ваша супруга осталась, несмотря на просьбу доктора. Дело в том, что жена Павла Петровича вчера сообщила Аглае о том, что она уходит от него к другому мужчине. А через несколько часов Аглая попыталась покончить с собой. Я думаю, что Света просто винит себя. Поэтому она и осталась в больнице. И Павел Петрович тоже ее винит. И ему тяжело видеть Свету. А дома ходить из угла в угол одному, это же еще тяжелее. И тут вдруг звонит Сосновский. Послушайте, Вера Валерьевна, я прошу вас, не мешайте мне вести опрос свидетелей. А я не мешаю. Я тоже свидетель. Пожалуйста, запишите это в протокол. Так, Верочка, выйди в коридор. Подожди меня там. Мы закончим с Павлом Петровичем, и я тебя вызову. У меня еще один вопрос. Олег Михайлович, вы меня, пожалуйста, простите, но дело в том, что я никак не могу ждать в коридоре. Почему? У меня кружится голова.
Я вообще еле сижу. Я вчера надышалась этим дымом во время пожара. А вы знаете, что Павлу Петровичу ему еще хуже? Его вообще хотели оставить на ночь в больнице, но он отказался. Потому что он хочет помочь следствию. И я тоже хочу. Спасибо. Я это ценю. Вера Валерьевна, вы перчатки забыли. А, спасибо. Спасибо вам за пирог. Очень вкусный. Вы его, правда, по рецепту Льва Толстого готовите? А, нет. На самом деле, это рецепт его жены, Софьи Андреевны. Она написала целую кулинарную книгу. Я рада, что вам понравилось. Может, вас подвезти? Да, спасибо. Мы прогуляемся. Хочется подышать. Хорошо, тогда всего доброго. Еще увидимся. Не знал, что у тебя в полиции есть поклонник. Ты считаешь, у меня не может быть поклонника? Ну, ради бога, мне до этого нет дела. Я твою личную жизнь обсуждать не собираюсь. Ну и прекрасно. В отличие от тебя. Что ты имеешь в виду? Зачем ты рассказала про развод? Это никого не касается. А почему ты не сказал правду? Какую правду? Про анонимку, про твои отношения с Сосновским, про угрозы. Если бы ты сказал все как есть, мне бы не пришлось врать Олегу, чтобы тебя прикрыть. Сосновский – настоящий отец Аглаи. Пойдем выпьем кофе. Глашина мать – одна из его случайных подружек. Уже после того, как Сосновский вышел из нашего бизнеса, она пришла в офис, пыталась найти Васю. Хотела, чтобы он позаботился о ребенке. Ты помог? Найти Васю? Нет. Но мы предложили удочерить Аглаю. Света очень хотела детей, а своих она иметь не может. И мать согласилась? Ну, ты же не думаешь, что ей правда психушкой угрожал. Она была рада избавиться от Глаши. Мечтала удачно выйти замуж, ребенок ей только мешал. К тому же мы хорошо заплатили. А где она сейчас? Покончила с собой. Где-то через месяц после того, как Сосновский заявился ко мне. А до того попадала несколько раз в клинику с алкогольным психозом. Так что у Глаши очень непростая наследственность. Неудивительно, что эта анонимка на нее так подействовала. Я думал, что Сосновский ее прислал. Думал, что Глашина мать его все же разыскала и рассказала о ребенке. Судя по тому, как Сосновский отреагировал на меня, о том, что у него есть дочь, он так и не узнал. Я думаю, анонимку написал не он. Знаешь, в детстве смотрела документальный фильм о том, что, возможно, мы все произошли от пришельцев. Там были все эти петроглифы с изображением космолетов, Мачу-Пикчу со взлетной полосой. И в конце каждого сюжета диктор говорил, то, что петроглиф похож на космолет, не более чем случайное совпадение. И так полтора часа. А в конце появлялся титр. Не слишком ли много случайных совпадений? Ты что, веришь, что мы произошли от инопланетян? Нет. Я просто думаю, не слишком ли много случайных совпадений. Сначала приходит СМС с угрозами. Потом кто-то вламывается в дом, тебе дают по голове. Затем этот жуткий коллаж с мишенью. Аглая получает эту анонимку. Сигнал в ГУЭП. И пожар в доме Сосновского. Ну, не слишком ли много для двух дней? Кто-то пытается разрушить твою жизнь. Вопрос в том, кто. Я не знаю, кто и почему. Думай. У него хватило ума взломать систему безопасности, узнать правду про Аглашу и натравить на тебя ГУЭП. Кому ты перешел дорогу? Кого обидел? Может быть, в чем-то отказал? Это может быть все, что угодно. Даже тот же самый Пегас. Для тебя это ерунда, ты им орехи колешь. И бросаешь, где попало.
Я не бросаю. Ну, на кухне его точно нет. Ты уверена? Уверена. Странно, может быть, Света взяла? Для Гинзбурга? Он из тех, кто не привык к отказам. Вспоминай, с чего все началось? Все началось с награждения. А я вам говорю, что я всегда получаю желаемое. И вы очень пожалеете о своем решении и скоро измените его. Ну, конечно. Вера, я должен уехать, надо кое-что проверить. Вот чай с шиповником для витаминчиков. И лимончик. То, что тебе надо. Давай я поухаживаю. Спасибо, Юль. Ага. Но я уже в порядке. Не обязательно было приезжать. Какой в порядке? Что, шутишь, что ли? Мне, когда Олег рассказал, что с тобой случилось, влезла в интернет, прочитала про отравление угарным газом. Ты знаешь, какие последствия бывают? Не хочу тебя пугать, но вплоть до инсульта и сердечной недостаточности. Это что? Ты чего? Я не собиралась читать. Просто хотела помочь убрать. Прости. Это не мое. Я не читаю писем. Ни чужих, ни твоих. Юль, не обижайся, пожалуйста. Просто все так запуталось в последнее время. Я тебе обязательно все расскажу. Как только сама разберусь, ладно? Ладно, ладно. Мы уже не маленькие девочки, так что не обязаны друг другу рассказывать все свои секреты. Но ты все равно моя лучшая подруга. Тогда пей чай, пока не остыл. Лучшая подруга. Привет. Что, тебе позвонили? Ей хуже? Нет, слава богу. Свет, скажи, ты забирала из дома статуэтку Пегаса? Нет. Зачем тебе статуэтка? Ну, забирала или точно нет? Нет. Почему ты спрашиваешь? А где Глашины вещи? Мне нужен ее телефон. Спасибо. Спасибо. На здоровье. Что ты ищешь в Глашином телефоне? Неважно. Вообще-то она и моя дочь, если ты забыл. По-моему, это ты в какой-то момент забыл, что у тебя есть дочь и была занята своим романом. Да как ты можешь так говорить? Нет, я, конечно, понимаю, что ты у нас великий и прекрасный отец. Праздник и фейерверк, когда ты вдруг соизволишь обратить внимание на свою дочь. Ты не пилил ее, не помогал делать ей уроки, не возил ее по врачам. Это все делала я. Ну ладно, что ты... Где ты был год назад, когда она снова стала резать себе руки? Ты ее спасал? Нет, не ты. Я и Сережа Гололобов, который взял ее на стрельбище. И ей вдруг понравилось. И врач сказал, что девочка ожила и отменил ей антидепрессанты. Ну, тут не ты, тут Сережа молодец, так? Как обычно, на подхвате. И можно спокойно устраивать свою личную жизнь, пока Сергей занят Глашей на работе. От него мало толку. А тут помог, не поспоришь. Честно отрабатывает свои деньги. Спасибо. Не обращай на него внимания, он не в себе. Он всегда такой, я привык. Тебе кто-то звонит? Молчанский? Да нет, Дмитрий какой-то. А, это тот парень, сосед Молчанского. Ой, так и поговори с ним. Ты же сама говорила, что он славный. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Вера. Извините, что снова беспокою. Просто хотел убедиться, что с вами все в порядке. А если честно, просто хотел вас услышать. Да, у меня все в порядке. Я чувствую себя уже хорошо. Спасибо. Может, сходим завтра в ботанический сад, поужинаем вместе? Конечно. Я только пока не знаю распорядок завтрашнего дня. Но мы можем созвониться. Договорились. Спасибо.
До свидания. Что сказал? Приглашает меня в ботанический сад и поужинать. Так прекрасно. Ты просто обязана с ним сходить в ботанический сад. Ой, Юль, мне как-то сейчас не до свидания. Да почему? Ну да, Молчанский разводится. А при чем тут Молчанский? Так. Мне вообще все равно, разводится он или не разводится. Да? Да. И сколько у него женщин, и каких. И я могу ходить на свидания с другими мужчинами. Да. И я пойду. И в ботанический сад, и поужинать. И отстань ты уже от меня, ради бога, пожалуйста, со своим Молчанским. Благодарю. Напрасно. Напрасно отказываетесь. Прекрасный коньяк. Так зачем вы приехали, Павел? Изменили решение? Вы о Пегасе? Угу. Я, Михаил Ефимович, может быть, и передумал бы. Да вот статуэтка пропала, похищена. Бог мой, какое несчастье. В полицию заявили? Нет. Напрасно, напрасно. Наша полиция на самом деле не так плохо работает, как принято считать. Ну, к делу, Павел. Зачем приехали? Чтобы сказать, впутывать сюда мою дочь и отправлять ей вот это письмо было фатальной ошибкой. Какое письмо? После которого Аглая пыталась покончить с собой. Знакомо? Я не писал никакого письма. Вы еще скажите, что никогда не разговаривали и не встречались с моей дочерью. Вы о чем? Я проверил телефон Аглаи. Вчера утром она звонила вам, а потом приезжала сюда. Это же ваш офис. Ну что вы на меня так смотрите? Я работаю с технологиями, уж, наверное, могу проверить навигатор в телефоне собственной дочери. Что вы ей пообещали за статуэтку? Найти семью, рассказать о родителях? Да, ваша дочь была недавно здесь. Но больше я вам ничего не скажу. Дал девочке слово сохранить ее тайну. И вам даю слово, что я никогда не писал этого письма. В тех делах, что я веду, слово гораздо ценнее многих документов. И у меня есть принцип никогда не впутывать детей в свои дела. И, между прочим, мои принципы позволили мне пережить многих так называемых моих партнеров, с которыми я начинал в 90-е. Михаил Ефимович, если выяснится, что Аглая пострадала из-за вас, будут проблемы. Например, с вашими офшорными счетами. Их могут взломать. Или кто-то сольет в сеть информацию о ваших клиентах, партнерах. Не стоит недооценивать технологии. Всего хорошего. Вы что же, угрожаете мне, что ли, Павел? Нет, проясняю ситуацию. Срочно, срочно мне найди, кто написал это письмо. И притащи его сюда, ко мне на веревке. Мне с Молчанским проблемы не нужны. Хорошо, порешаем. Нет человека, нет проблем. Смотри, чтобы нас не порешали. Теперь новые времена. Так что поднимите всех и носом землю ройте, только без шума. Будет сделано, Михаил Ефимович. Вот и хорошо. Не стоит недооценивать технологии. Старый ты сволочь. Алло? Вера,
Лера, привет. Ты где? Я уже в офисе. Здравствуйте. Я сейчас буду. Что значит, счета компании будут заморожены? С какого перепуга? Нас подозревают в отмывании денег. По результатам проверки начато расследование. Отмывание денег. Как это может быть вообще? Фирма, с которой у нас договор на закупку комплектующих, некое ООО «Ветер судьбы», судя по всему, оказалась подставной. Зарегистрирована по фиктивному адресу, никакой реальной деятельности не ведет. Единственная операция – перевод денег по нашему договору. Комплектующих мы не получили, деньги со счетов выведены. И что нам грозит в худшем случае? Ликвидация фирмы и реальный срок руководителю. То есть мне. Ирина Геннадьевна, постарайтесь объясниться. Вы мой финансовый директор. Вы мне лично сказали, что у нас все в порядке, что проблем с проверкой не будет. А сейчас выясняется, что фирму могут ликвидировать, а меня посадить. Павел Петрович, для меня это тоже полная неожиданность. Ну, кто-то же подписал этот договор с этим ООО, как его? «Ветер судьбы». Да, кто-то же его подписал. Кто его вообще подписал? Так вы же и подписали, Павел Петрович.